Сегодня мы наконец провели открытую дегустацию русского винного клуба для вас, читателей телеграм-канала. Сегодняшняя тема — Sauvignon Blanc. На примере Сансерра и Пюфюме, самых главных винодельческих регионов по этому именно сорту. Но мы поставили также парочку темных гостей в виде одного вина из Австрии и одного вина из Новой Зеландии, поскольку Sauvignon Blanc из Новой Зеландии, в любом случае, это некий бенчмарк для сегодняшнего Sauvignon Blanc. И, конечно, не могли обойти Бордо, где посадок Sauvignon Blanc больше всего. В частности, Domaine de Chevalier, 2007 год. Развитое очень вино для любителей более развитой ароматики. Присоединяйтесь и узнаете много чего нового в Русский винный клуб.